Ребятки, всем привет! Это Warhammer Quest 2. Мы сейчас пойдем за плащом. Игрушка, в принципе, неплохая. Неплохая, но вот ей не хватает какой-то доработки. Все-таки немножечко бои ведутся все-таки скучновато. Хотя бы они убрали бы, что когда всех врагов убрал, ну, убил ты, то можешь как бы восстанавливать, ну, героев, как тебе требуется. Пошли сразу туда воевать. Долгие, очень долгие битвы. Прям вообще капец долгие. Но мы пробуем проходить. Особенно вот это вот подбешивает. Вот эти всякие... Какие-то случайные вот эти встречи непонятные. Ё-моё! Во, они пулемётят его. Да что ж ты промахиваешься-то? Вот и все. Да, очень досталось ему. Пять. Да сколько можно? Так, это хорошо. Опять у нас два пути. Но я думаю, они специально сделали, что всегда ты выбираешь первый путь, а потом второй ты по-любому выбираешь, и он неправильный.
кайфовая, да? Локация. Опять. А, нет, не тупиковая. Ё-моё. Да ёб косун. Ой.
Ладно, иди сюда. Вот эти тоже только время зря убивают. Типа неожиданные встречи, но они только портят, мне кажется, игру. Пять. Только что от них избавились. Да. Все, победа, наконец-то. Очень долго. Ну, прям вообще капец. Темная эльфийка и чародейка. У меня, по-моему, есть такие. Сейчас посмотрим. Надо проходить все дополнительные миссии, иначе потом будет вообще хана, наверное. Вот эти.
Вадик Вингенштейн. Награда. Вадик. Ну давайте. Перейдем еще одну миссию. Плащи оденем. Погнали, чё. Тяжело, тяжело. Не тяжело, а так. Долго, долго. Долго прям вообще капец. Блин, эти крысы опять появились. Этому очки не дали ходов. Как всегда. Так, а вот это все плохо. Давай вперед. Да что ты будешь делать? Пошли вперед. То будем до конца дня целого
в это два боя играть. Что-то вообще прям капец долго. Опять ему очков не дали. Что ж ты такой сильный? Так, наконец-то. Думаю, опять не дали. Что такая длинная локация-то? Много их тут. Неплохо. Пять, ничего себе. Сколько можно? Выжил. Офигеть. Ай, да.
О, это конец, наконец-то, ё-моё. Я думаю, чё так долго? Ход просто один весь полностью потеряли из-за этих пауканцев. О, еще двое. Ты ё-моё, нифига себе. Да это можно так вечность играть. Вон их всех мочит вообще. Ой, там еще один же. Ладно, сейчас мы у тебя сжарим. Вот и все. Вингенштайн какой-то. Дополнение, что ли, да? Смотрите, все за реальные деньги. Магазинчик.
войны и искатели приключений. Ага, за 1000 рублей. Странно, мы же проходили вот эту кровавую воду-то. Непонятно как-то. Ладненько, на этом мы закончим, потому что сейчас у меня оборвется, наверное, все. Хотя, может, хватит даже времени. Маркус, даже, ну вот, конечно. Это третий уровень. Продолжить. Сейчас может оборваться видео, но я думаю, ничего страшного, мы же компанию здесь не проходим. Ну вот, именно сейчас. То есть это засада какая-то. Сейчас как раз посмотрим, что это за засада. Скучновато, прям откровенно скучно. Еще и два воина здесь. А, это новый, этот Лука какой-то новый. Так его сейчас убьют просто и все. Они еще и хрен знает откуда. Сейчас еще эти появятся. Ну ты че? Ё-моё, нет, здесь проигрыш. Да, это трэш.
Ух, еще издалека. Они какие молодцы. Вообще просто капец. И как здесь выиграть? Быстро покинуть это место. А как же покинуть это место, интересно? Они... Давай вот сюда вернемся. Тоже засада. Нет, все нормально. Ну хорошо. Здесь воины, а здесь... Повышение уровня. Все за деньги, конечно. А, вот это был хороший воин 5 уровня. Да. Ну ладненько. Все, ребят, всем спасибо и продолжим в следующем выпуске. Пока-пока.